сорт сверхострого перца, шоколадный, бразильский Брайнстрайн. Этот перчик относится к виду Capsicum chinens. Вот такие вот у него интересные плоды, такими носиками. Вот посмотрите, чем-то напоминает скорпиона. Плоды довольно крупные. Сейчас сорву, покажу вам. Вот смотрите, красавец. Какие крупные плоды. Такой вот красивый плод. Довольно крупный, упругий. Такого шоколадного цвета. Светло-шоколадного. Этот перчик имеет остроту от 1 200 000 до 1 430 000 сковелей. Это очень и очень острый перец. Высота кустика может быть достигать от 60 до 80 сантиметров. Срок созревания этого перца от 110 до 120 дней. Ну, как бы успевает он вызревать у вас. Вот такие вот красавцы. Меня немножко тут его морозом прихватило. Ну, потихонечку вроде отошел. Стрючки могут достигать до 5 сантиметров в длину. Вкус у этого перчика насыщенно цветочный, с оттенком парфума. Плоды очень и очень острые. И очень красивые. Посмотрите, какая красота. Советую выращивать такой перчик у себя дома. Его можно выращивать как на подоконнике, так и у себя на грядке, либо в теплице. Сорт многолетний, неприхотливый, очень-очень красивый. Вот смотрите, созревает он вот такого светло-зеленого цвета. Вот такие вот плоды у него. Вот завязывается в виде маленьких таких скорпиончиков. Очень-очень большое количество плодов здесь, если посмотреть. Навязалось очень много. Если будете выращивать его у себя в горшке на подоконнике, высота кустика не будет превышать где-то 60-70 сантиметров. Сорт, еще говорю, неприхотливый и довольно высокоурожайный. Так что советую. Попробуйте, он обязательно вам понравится.